Сегодня у нас 26 число. Вчера проиграли партии 6-2, все выиграли. Сегодня интересно, будет так же или еще хуже. Подвисает все. Причем страшной силой. Ну, попробую сыграть червончик для начала. Ну давай. Так, начало. Каракан. Давай. Караканчик тут нарисовался. Так. Ну давай вот так все равно сыграем. Ну давай. Так, раз, два. Ну давай все равно вот так сыграем. Это понятно, идея. Так, давай сюда. Пешку сожрали. Это не есть. Хорошо. Ну ладно. Переживем. Что-то не хочет ходить. Так. Ну мы отойдем сразу. От греха подальше. Давай сразу сюда. Будем прорываться. А то иначе удачи не видать, как говорится. Позиция, конечно, у меня прям проигрышная. Что говорить. Вот даже как. Давай тогда вот так. Сюда, да? Давай выходим с ладьей. Так, ну давай выходим сюда. Вон как пешки славно пошли. Как пешки славно пошли. Пешки, конечно, сильные. Что говорить? Надо их как-то убирать отсюда. Хочет идти на размен. А мы на... Так, а если нет, он уже поставит. Блин, я вынужден бить все же. Вынужден бить. И идти на такой не очень хороший размен для меня. Ой, мат поставить сюда, нет. Ну давай сюда. Хочет разменяться.
размен такой. Поэтому нам приходится как-то вот действовать. Ну, давай. Так, надо пока сюда встать, придется мне. Так, это нам понятная идея. Ну-ка давай сюда. А, ну да, тут вообще что-то у меня разгром. Ладно, тут я проиграл. Рубить надо, да, пешку и все. Ладно. Плохая партия. Начало неплохое. Вывод: пешки надо жрать. Ну, тут мы вот так будем обороняться. Так. Что-то как-то просираю я. Ни с того, ни с сего. Блять. Ужас. Он бы мог просто пешку срубить. Не увидел. Слава богу. Слава богу. Так, ну конечно надо бить сюда, как ни крути. Так, так. Два слона против двух коней. Интересно, конечно, будет сейчас. Посмотрим, куда он будет рокироваться. Ой, хочет пойти на размен. Так, на размен нам вообще не нужен в данной ситуации. Вообще. Вообще. Нам просто он не нужен. Ну, в общем, мы, наверное, вот так вот встанем сейчас. Атаковать будем. Не, ну тут, конечно, я разменяюсь. Чё, как ни крути. Ладья. Очень перспективная фигура. Давай пойдем вперед. Примитивно будем играть. Как и все мои соперники. Так, ну ясно. Так, шаха может никогда и не быть. Мы тогда, наверное, будем перебираться. Вон, шах ставить будем королю. Нам надо, наверное, все-таки. Так, надо будет бить, иначе так шах хочет поставить, да? Шах. Нам, наверное, придется рокироваться в эту сторону. Шах. Пока нам этот шах. Единственное, жалко, что фигуры у меня все там.
Ну-ка сюда пойдем. Так, ну эта идея нам понятна. Сюда. Давай, ладно, придется размениваться все-таки фигурами. Да, позиция, мягко скажем, хочу сделать шаг такой, да, но нам, так, сюда, нам надо будет прятаться, иначе будет шаг крайне неприятный для нас, это 100%. Сейчас нам надо будет бить его королевский фланг, мой уже раздолбан весь. И позиция у меня, конечно, проигрышная. Что он тут затевает? Шах опять хочет поставить. Но шах ему тут не пройдет. Он не понимает этого. Мы пока заберем. Так, вот это уже хорошо. Поэтому мы встанем ладьей сюда. Так. Ну-ка давай попробуем тут похулиганить. Так. Ну давай сюда. Итак, итак. Блять, ну что за геморрой? Проигрыш за проигрышем. Единственное, что пешки подкосить тут стоит. И то по пешкам я очень сильно проигрываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, проигрыш, наверное, тут мне обеспечен. Но будем пробовать. Будем пробовать. Будем пробовать сейчас забирать пешки. Так. Он, конечно, сейчас будет пробовать тут защищаться. Так. Так, так, давай вот сюда мы будем вставать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Позиция хреновая. Чё за... Я встречу? Так. Непонятно зачем, но я заберу пешку эту. Так.
конечно, я есть на пешку вот эту центральную. Так, так, так. Сюда он хочет встать, да? Но мы не можем позволить ему встать сюда. По одной простой причине. Потому что нам это нафиг не надо. Так, пошел король. Надо немного его... его пыл остудить. Так, так, так. Не, ну давай тогда вот шажочек поставим тебе. Ну тут как бы еще не так все плохо у меня, как кажется. Ну-ка давай вот так вот шажочек поставим. Так. Так, ну в принципе, пешка у него не проходная пока. И что он хочет? Разменяться? Я не знаю, нам, наверное, это невыгоден размен. Вот так вот. Ну давай вот так вот свяжем тебя. Так, так, так. Пешку, да, он тут нашу хочет зарубить. Ну давай, ладно, черт с ним. Отдам потом я тебе слона на пешку. Так. Ну давай тоже пока вот сюда попрямся. Что? А, проиграл. Ну вот,